Ты смотри внимательно, Левон Джан. Смотри внимательно. Это ты ни в одной книге не прочитаешь. Нет, нет. Это мы передаем от отца к сыну, от сына к внуку. Ты тоже расскажешь своим детям. Понимаешь? Вот ты видишь, как я кладу? Два так, два так. Два так. Два... Запомнил? Запомнил, дедушка, я все запомнил. Цала Данер, ну как ты мог не запомнить, когда ты кавказец, кавказец? Сейчас будем зажигать. А, смотри, оп. Ага, ухой. Ага, так, вот теперь сюда. Ага, так. Ага. Ай, молодец, молодец. Так. Ой, ой, ой. Ай, ва, как горит, ай, ма, молодец, молодец, ай, 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 иди сюда, иди сюда, иди сюда, посмотри, слушай, ай, какой жар будет, вот заводной, ва. Спалят дома, спалят, а, вот не сойти мне с этого места, спалят, да? Ой, вот только одного не могу понять, что мне делать, или бечь милицию? Или по 01 звонить, а? Позвонить надо, мало ли что. Нет, а может... милицию. А кто там живет? Дедушка, а что вы сейчас будете мясо натыкать? Ой, нет, что ты, не дай бог. Мясо, когда огонь станет седой на углях, понимаешь? А теперь берем бадриджан. Вот я беру бадриджан, смотри, и делаю надрез. Посмотри, вот, 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 не до конца, не до конца. Теперь берем сало. Где сало? А, вот, берем сало и кладем сюда. О, ухай. Ухай, посмотри. Вот. Теперь берем соль и сыпем сюда. Оп. А. Что там происходит? Горим, что ли? Дядя Левон! Дядя Левон! А! Больно дыма много. Вай, кончаем, не на час. Сейчас кончаем. Через час приходи в гости, шашлык кушать и вино пить. И вы все приходите, мои соседи дорогие. Это же все для вас. А на дым не обижайтесь, слушай. Шашлык и дым, это как рука и сердце. А, Нина? Дедушка, а когда же мы будем класть мясо? О, мясо потом, мясо потом. Сейчас помидоры. Сейчас помидоры. Ага. Когда мы будем класть попкой вниз. Понимаешь, здесь попка толстая, чтобы не сгорела. Стойте, стойте. Всю ночь не спала. Сердце щемило, чуяло, что до этой 49-й квартиры добранешься. Что случилось? А может быть, пожар? Успокойтесь, Настасья. Ох, Михаил Михайлович, мне этот старик сразу не понравился. Ведь чуяло беду, чуяло, а? Вот к чему приводит ваша беспечность, граждане. Лестницу живо. Нельзя терять ни минуты. Расчеты по местам наверх. Есть. Дедушка! Диана! Где-то пожар. Ой, какие невнимательные люди. Кто-нибудь, наверное, чайник забыл выключить. Скажи, куда торопишься? Выключи чайник, потом иди по своим делам. Чай, Леван Джан? Ой, Леван Джан? Помидоры уже почти готовы. Теперь это снимем, будем мясо класть. Гражданин! Я. Что у вас здесь происходит? Шашлык делаем с внуком. Перелезай, гостем будешь. Папа! Джана! Дочка моя, Нуне. Что это такое? Что ты наделал? А что? Разве мы не пригласили твоего руководителя Евгения Викторовича? Или это я придумал? Но люди, что можно объяснить людям? Ничего не надо объяснять. Попробуют кусочек шашлыка, все поймут. Где попробуют? В нашем доме. Ты их пригласил? Да, всех. Ой. Ну и запах. Я, сынок, почему ты там стоишь? Ну, слушай, иди сюда, иди, я прошу тебя. Спасибо за приглашение, батя, мне нельзя. Почему? Служба. Ай, Мар, ну иди сюда, ну. Переодеться надо. Хорошо. Молодец. Только этого и не хватало. Евгений Викторович рядом, пожарный в каске. Что с тобой, дочь моя? А что? Нет, ты кто такая? Что, княгиня? Ты забыла, кто помогал тебе и твоей матери, когда я был на войне? Люди! Люди!